Полицейские будут досматривать волокжан перед входом в храмы. В ночь с 15 на 16 апреля в 70 храмах области пройдут торжественные богослужения, посвященные празднованию православной Пасхи. Для обеспечения охраны порядка будут привлечены сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии. Для обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения будет задействовано более 450 сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области. В Вологде богослужения пройдут в 23 храмах с 23 часов до 4 утра 16 апреля. В областной столице за порядком будут следить более 100 сотрудников полиции и Росгвардии. Увеличат и плотность патрульно-постовых нарядов. При входе в храмы города Вологды будут сотрудники полиции будут проводиться досмотровые мероприятия с использованием металлодетекторов. Значит, запрещено посещать данные мероприятия лицам в состоянии алкогольного опьянения, проносить спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Также хотелось обратиться к гражданам, которые будут пребывать на данное мероприятие, отнесись с пониманием к тому, что будет происходить.